Добрый набор, сука, какой это добрый набор, это набор говна. Итак, привет, дружище, усаживайся поудобнее. Сегодня у нас видео, ну, достаточно простое, не напрягающее, такое позитивное, потому что сегодня мы будем забирать и смотреть вообще, какую халяву мы получим на бездонатном аккаунте. Сегодня же невероятнейший день. День замка владельца. Давайте все дружно Усаживайся поудобней, редиска, пельмешки, помидорки, бутербродики, чаечек, кофеечек, ананасики. Кушай, вот, и свой княжеский лайк лепи и не забудь подписываться. Вот, что у нас получается. Заходим на аккаунт. Ну, я не знаю, я понимаю, что вы все это уже видели, но вот мне просто хочется записать видос. Вот, и тем более особо записывать сейчас нечего. Такой вот период. Заявок на роллинг особо нету. Вот. Так что сегодня посмотрим, какую халяву мы получим на бездонате, да? Ну, а вы лайк поставите, это плюс яйцо. Вы все просите, когда яйцо, лайки не ставите, просмотры не набираются. Вот, вот такая вот ситуация. И, конечно же, вот эти вот ежемесячные бонусы, они более актуальны, конечно, для бездонатных аккаунтов. Потому что, ну, нависло ухом как-то, ну, окей. Ну, спасибо. А тут, каждый ресурсик такой радость приносит. Так, получаем. Так, дальше что у нас тут? Мы сразу тут получили. Ой, я вчера не заходил. Фу таким быть. Дальше, ну, кстати, камни пламени нам нужны, ребят, да, не забываем, что мы там, ух, как прокачиваемся. Но в целом, если, конечно, такая ситуация будет с яйцом продолжаться, то я просто моментом докачаю там на все ресурсы героев, которых я хотел, и все, и мы закончим эту рубрику. Я думаю, что это будет так. Ну, то есть, как бы, не знаю, или новую начнем, или вообще не будем начинать. То есть, ну, если, грубо говоря, яйцо вам не интересно, то, ну, а смысл мне снимать? А, так, далее, еще хотел с вами, знаете, чем похвалиться. Я не буду сейчас вставлять момент со стрима. Вот хотите все видеть, приходите на стримы, вот так вот. Но я благополучно на прошлом стриме на халяву прошел 7-ю кошмарку. Вот. Посмотрите, как я крут. Когда-то мы там мучились с ребятами, да, на топовых аккаунтах. Там тактики, шмактики, как это все дело пройти. Сейчас на бездонатном аккаунте фигак, и все. Ты, грубо говоря, в дамках, понимаешь? Так, награды получены, но это же не вся халява, которая присутствует, да? Заходим сюда, карта богатства, но это абсолютно стандартная фигня. Пройти турнир героев, ну давай пройдем. Ну, мы сейчас уж точно пройдем, у нас же теперь крутые герои. Да, изи. Так, мы прошли. Так, карточки. Карта богатства. Окей, получить. Дальше, парящий остров. Заходим. Ну, тут как бы, тут никакие осколки с бесплатки вам никогда не выпадут. Никогда. Кстати, может быть, они парящий остров изменили. Если там сейчас не будет раздаваться мастер-рун, то я бы офигел бы. Так, окей. С этим тоже все, ребята, понятно. Дальше. Что у нас тут еще есть из халявы? Карта... А, кстати, с фонтаном желаний. Вот плохо, что я не заходил. Видишь, дни пропускал, но в целом, сколько я уже осколков огнекрыла собрал? Их, думаю, там мало. Штук 20 в лучшем случае. Ну, как бы получить огнекрыла на этом... А, да, 20, прикиньте, отгадал. Но получить огнекрыла на этом аккаунте было бы, конечно, супер. Это у нас веган там на каком-то первом месте. Дальше, по событиям, карта богатства, парящий остров, фонтан желания закрыли. Так, день замка владельца, хватайка, ребятушки. Может еще, так, хватайка, это всегда классно. Нам бы, ну ладно, я не буду ничего загадывать, потому что как только загадаешь, у тебя абсолютно ничего не получится. Так, ну давай, хватайка, да, блин, 5 жетонов, понимаете? Я такой, да, и 5 жетонов. Как бы, ну и что нам остается делать? Ну, обмениваем, да. Я просто надеялся получить 20 жетонов, получить эти донатные карточки, такой, ух бы, я сейчас разгулялся.
Войди в игру и получи приз. Ну, первый приз у нас... Это просто... Просто... Супер награда, ясно. Просто значки почета до сих пор. IGG! Я не знаю, чем вы думаете. Ну, как обычно, специальное предложение. Цветущие бонусы говно, разбияйте говно. Охотник за богатством. Что это было? Ну, тоже. Сами знаете, что. Большая выгода. Ну, кстати, тут большая выгода. А, такое же дерьмо. Сокровищница. Все игроки, потратившие самоцветы. Ну, нам самоцветов на бездонатном аккаунте тратить некуда. Ну, есть куда, но нечего. А, бонусы, бонусы, бонусы. 10x на героев. Временные акции. Причем, интересно, настолка и хватайка одновременно. Так, временная акция. Давай, настолка. Заходим. Ну, и давай попробуем что-то выбить. Так, 100 книжек. Ну, как бы там 100 книжек, здесь 100 книжек. И вот... Вот, по сути, вот и вся халява. А, подожди, тут еще, знаете, с чего я поржал? Я вот сюда зашел. И просто... Блять, просто смена созвездия, да, типа, две ски... Ну, ладно, я их возьму, да, вот это, за 599 самоцветов, это говно должны бесплатно раздавать, просто, ёпта, сумасшедший, вот вы должны это видеть, да, 599 самоцветов, но это еще не полный бред, вот это вот, 5 ящиков Валентины за 6 тысяч самоцветов, понимаешь? За 6 тысяч самоцветов. В 6, Карл, тысяч самоцветов, блядь. IGG, сука, вы когда придумывали это говно, вы чем там думали, я не знаю. Чем вы там думали, своим сифилисом, я не знаю, чем вы там думали, блядь, сука. Как вам в голову могло такое? За 5 тысяч самоцветов, блядь. Ну а чё, а чё бы и не да, ну как бы, блядь. Просто, я хер... Вот это, за 599 самоцветов, я не знаю, как бы... Вы инфузории туфельки, или чё с вами не так? Добрый набор, сука, какой это добрый набор? Это набор говна, блин. Сука, злодея. Но. Таноса, это набор Таноса. Он щелкает, он там пальцами, блядь. Просто каждый раз, когда он, у вас работает Танос в IGG, когда вы вот так вот щелкаете, сука, своими, когда этот Танос щелкает вашу компанию вот так вот пальцами, игра становится в два раза хуже каждый раз. Вот, блин, просто я... Нет слов. А, так, ну и тут как бы все. Ну и что мы получили тут на халяву? Знаете, я как бездонатный игрок, вот, для меня это очень важно, ну как бы... Ну, вот этот вот набор, да, который единожды дается, он прикольный. Остальное, конечно, нам не повезло. Ну, хотя нам и в настолке, и в хватайке могло повезти. Но, к сожалению, наша удача, как бы, ребят, немножечко подкачала. Сейчас мы откроем эти все ништяки. И вот. Невероятнейшие, понимаете? Просто умопомрачительные. Просто сумасшедшие. Так, окей. И чё-чё-чё, вот так заходим. Кстати, а чё нам отсюда может выпасть, интересно? Командору? А, слушай, у нас землеройки нету. У нас нет землеройки. Подожди, а у нас ещё... Слушай, у нас ещё космо нету. Слушайте. Так, сундук гильдии. Так, ну это ладно, понятно, открываем это говно. Слушай, ну, как бы, я не знаю, откуда эта карточка здесь появилась. Но я бы не против ее открыть. Конечно, оттуда выпадет Трифид, но, ребята, как вы знаете, надежда всегда умирает последней. Так, это мы тоже открываем. Нам нужны камни пламени. 1000 камней. Ну, это супер беспонтовый ящик. Он беспонтовый как и для донатеров, так и для бездонатеров. А скины? Скины это хорошо. 50 ящиков. Сейчас откроем. Может, что-нибудь впоследствии сможем прокачать. И карточка. Ну, давайте, ваши ставки. Я думаю, или Трифид, или Асура. Не, наверное, Капитан Драгат. Не, я ставлю Трифид. Вы можете поставить видео на паузу, если кто-то досмотрел до этого момента видос. И как бы... И как бы написать, что выпадет. Ну, давай.
Командора. Ну вот, я думаю, что никто не отгадал. Ребят, я думаю, что никто не отгадал Командора. Но, как говорится, знаешь, надежды, ребята, умирают последними. Понимаете? Надежды умирают последними. А что у нас там по... О, облики. У нас появились облики. Ну, на этом спасибо. Тут мы даже что-то можем улучшить. О, боже, вы позори. Мы сейчас просто дрейфанем силу так, что... Все будут завидовать. О боже, вы просто посмотрите, как я безжалостно прокачиваю скины на бездонатном аккаунте. Да мне все топ-донатеры сейчас завидуют. Сидят, ребзя, сидят, короче, и завидуют. Ой. Так, давай. Аллилуйя. Аллилуйя. Окей. Ну... Все, качнули силу, прям все. Я чувствую, как мои мышцы наливаются кровью. На этом все, вот такое вот простое видео. Сегодня, может, что-нибудь поинтереснее, там, посложнее выпущу. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Всех целую в помидоры и пока.